Здравствуйте, самарские водители и пассажиры! Каждый понедельник и пятницу на телеканале «Самара ГИС» мы информируем вас о планируемых дорожных работах на оживленных участках улиц. В эфире «Дорожный прогноз» на будни текущей недели. Продолжается ремонт Зубчининовского шоссе. В эти дни здесь происходит укладка выравнивающего слоя, устраивают щебеночные основания на остановках общественного транспорта. В ближайшие дни ремонтный фронт охватит и улицу Литвинова. Здесь уже с сегодняшней ночи можно будет наблюдать фрезерование дорожного полотна. Работы здесь продлятся вплоть до субботы. Информация по улице Солнечной. В рамках ее реконструкции на участке от 22-го партсъезда до 8-й просеки в течение всей этой недели будут выносить электрокабели, монтировать дождеприемные колодцы и убирать гаражи. Ну а на Солнечной от улицы Георгия Димитрова до 8-й просеки всю неделю будут проводить ряд работ по ремонту дорожного полотна. Обратите внимание на объездные пути улицы Самарской. Здесь продолжается ремонт дорог на участке от Пионерской до Ульяновской. Объезжать ее следует по Галаксионовской и Садовой. А вот в ночь со вторника на среду ремонтные бригады двинутся на улицу Енисейскую. Здесь ожидается ремонт картами. Затронут дорожные работы на этой неделе улицу Советской Армии. Работы здесь будут вестись ночью, поэтому особых проблем с передвижением они вызвать не должны. Это вся информация. Помните, ремонт дорог будет проводиться гораздо быстрее, если вы изыщете возможность объехать ремонтируемые участки дорожного полотна. Удачного вам пути, новая информация в пятницу в это же время.